больнице скорой медицинской помощи номер один скончался пострадавший от взрыва на насосной станции у птицефабрики «Сибирская». Напомню, трагедия случилась 7 ноября. Тогда из-за скопления метана в помещениях канализационной станции произошел хлопок. Пострадали 5 рабочих, еще один погиб под завалами. И, как стало известно, в четверг, 18 ноября, один из доставленных в больницу мужчин умер в реанимации.